Думать о том, что будет потом этот дом на то и зовется дом, чтобы жить там с тем, кто зовется другом. Но речь о другом, речь о том, что никто не чужой. И когда приходит конвой и кричит: «Выходи, кто живой!» и уводит на бой, остается молчать, ждать отбой, говорить о судьбе с собой. Говорить о судьбе с собой. И не хочется криков до хрипоты, и не хочется осени до зимы. Это ты, это был ты, придумал ты категорию «мы». И не хочется криков до хрипоты, и не хочется осени до зимы. Это ты, это был ты, придумал ты категорию «мы». На обороте планеты стеклопакеты, лето запрятано где-то, где-то спасение, где-то бессилие. Истину воскресили, и на последней стадии деградации нашей нации идет сублимация, матрица, нетски, нации, прочие цацки. Вся власть папарацци. И не хочется криков до хрипоты, и не хочется осени до зимы. Это ты, это был ты, придумал ты категорию «мы». И не хочется криков до хрипоты, и не хочется осени до зимы. Это ты, это был ты, придумал ты категорию «мы». Но в основе основ пьесы траурных снов повествуешь о пастбище псов и козлов. Твой улов и твои уловки, ловкий ход, маслом вверх упадет бутерброд. Время пойдет наоборот. Время пойдет наоборот. И не хочется криков до хрипоты, и не хочется осени до зимы. Это ты, это был ты, придумал ты категорию «мы». И не хочется криков до хрипоты, и не хочется осени до зимы. Это ты, это был ты, придумал ты категорию «мы». И не хочется думать о том, что было потом. Этот дом на то и зовется дом, чтобы жить там с тем, кто зовется другом. И не хочется криков до хрипоты, и не хочется осени до зимы. Это ты, это был ты, придумал ты категорию «мы». Спасибо.